советское время это была, по большому счету, система обрабатывающего отрасли для Камчатки. Даже район здесь рядом так и называется, СРВ, судоремонтный верх. Сейчас это вот в таком состоянии береговая линия находится, и в данном случае это первый проект, по которому мы конкретные планы видим по приведению в порядок. При том, что рынок очень большой, вот я цифру специально принес, у нас общее количество судов, которые работают вокруг Камчатки сейчас в моменте. И, как Виталий Петрович уже сказал, 75% уходит за рубеж, по оценке за 5 лет 20 миллиардов рублей мы заплатили корейцам и китайцам за судоремонт наших рыболовных судов, которые отсюда идут туда, соответственно, теряют время, дополнительные расходы и так далее. Мы... И деньги выводят. И, безусловно, деньги. И вот, собственно, здесь видится точка, с которой мы восстановление судоремонтной отрасли на Камчатке начнем.